Сейчас я тут управление проверил, как я там себе настроил. Сейчас хочу начать карьеру проходить. Прям сразу. Так. Во, музыка! О! 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 Вообще, в четвертом Тони Хоке, Тони Хок Про Скейтер 4, кого бы для карьеры взять? Мне вообще весь саундтрек нравился, я все песни пел с удовольствием. В Underground втором тоже был хороший. Дай-ка я возьму Тони Хока, а? Так, карьера. Так, ну, я обычно как, вот видите тут, я обычно смотрю, сколько очков максимальное количество, и сразу пытаюсь максимальное количество взять. То есть вот 75 тысяч максимальное. Потому что вроде было в старых играх, если ты берешь максимальное количество, то тебе сразу считают, засчитывают и минимально, то есть все предыдущие. То есть, например, вот если я сейчас вот максимально 75 тысяч, есть 25 и 10. Если я сейчас наберу 75, мне засчитают и 75, и 25, и 10, сразу все, короче, засчитают. Ну, что-то мало как-то заданий-то. Собрать скейт, закрыть секретный DVD. В четвертом Тони Хоке была секретная кассетная кассета. Так. Ну, видите, тут как-то мало. Да, я сейчас записываю на камеру, потому что я хочу долго поиграть, а на Фрапс у меня просто времени, места не хватит, чтобы записать. Ну что, принимаем. Посмотрим, люди тут будут вообще или нет. Ну, в первых частях не было людей, а вот в четвертой уже есть, уже была. Были, точнее. Была, люди была. В четвертой части люди была. Не, людей тут нету. А чё, уже время идет, да? Это уже типа... Ага, вот, это карьера официальная. Ну чё, давайте попробуем накрутить 75 тысяч. Конечно, я уже давно не играл, блин! Надо еще немножко привыкнуть. Блин. Помню, помню, какие-то кнопки были. Вот ты делаешь, короче, трюки, делаешь. И потом ты какие-то кнопки нажимаешь, и он сам приземляется. То есть из любого положения ты какие-то кнопки просто нажимаешь, и он сам приземляется нормально. И спецтрики я не посмотрел, какие. Надо сейчас спецтрики делать, потому что за обычные мне уже мало очков будут давать. Блин. Конечно, 75 я сейчас не наберу по-любому. Wall jump забыл. Я хотел прыгнуть, сделать wall jump. Нет, а почему-то не получается тут. Странно. Ну, 75 я уже не наберу. Вот так прыгаешь, короче, в стенку и по стенке едешь. Ей я сейчас собирать не буду. Что-то не получилось. Блин. Да, мне еще нужно, я что-то отвык совсем. Блин, а почему он упал? Я кнопки уже отпустил. Он должен был выпрямиться и приземлиться нормально. Блин. Дерьмо. Вот видите, мне два засчитали, но 75 я не сделал никак. Странно, он должен от стенки отскакивать и прям по стенке ехать. Вот так прыгаешь на стенку и едешь. Вот.
какие кнопки надо нажимать, чтобы он нормально приземлился. Вон там что-то, видели, крутится. Ну, по-моему, это так же было. Попробую еще очки накрутить. Надо... Блядь! Не, мне все-таки еще надо играть и играть. Я вообще отвык. Блять. Ну так всегда, когда первое время, первый раз играешь, падаешь часто. Я не играл сколько, я вообще капец не играл сколько. Не знаю, несколько лет. Блять. Я вроде уже докрутил. И что-то он чуть-чуть не... Я вроде кнопку-то уже нажал, а он что-то до конца не докрутил все равно. Тут тупо, короче, можно на одних вот этих гребах выкрутить. Вот этот я не делал. Отлично, все. Блин, еще чуть-чуть, еще 2000. Готово, все. Так, высший рекорд побили. Блять. Ну ладно. Главное, очки выше и заработали. Не с первой попытки, так со второй. Сейчас скейт буду собирать. Я обычно все время сконцентрируюсь на чем-то одном. Например, или очки собрать максимальные, или собрать скейт, или что-то еще. Так, а тут у нас что есть? Похоже, тут ничего нет. Давайте... Я не то... Не в ту сторону поехал. Забываю баланс держать. А вот это что за хрень? Манифесты собрать. Блин, промахну. А, все равно попал. Так, Е по-другому берется. Он быстро разворачивается, смотрите. Так, еще две буквы. А я не видел, где они. Может, одна посередине, вот тут. Точно, вон она. Только надо прыгать ближе к стенке. А еще одну букву я что-то не видел, ни хрена. Не ту кнопку нажал. Вот так. Сейчас прыгнем и возьмем ту букву. Блин, что-то я не знаю, я промахнулся что-то. Где вообще она находится-то? Или это не то? Я даже не знаю. В первую очередь нужно посмотреть, где все буквы находятся, а потом уже их собирать. Не, это не буква. Там круг какой-то еще. Короче, я не знаю, нужно сначала посмотреть, где все буквы находятся. Я что-то две буквы не знаю где. Не может же быть такого. Т, А, К. Вот одна тут. Вот она. Вот я ее не собирал. Так, Эй. Так, еще... Здесь и все, все, значит, сейчас все соберем. Блин, опять промахнулся. Ну все, это собрали. Так. Вот опять. Я не помню, что это за кнопки были, блин. Две кнопки нажимаешь, и он сам становится и не падает. Ха-ха, нихера. Видели, что было, блин? Ха-ха-ха. Это вообще...
нет, нет, отсюда он не допрыгивает. Черт. Ну-ка, а вот тут что за зона, интересно? Или это откуда мы приехали? Нет, это не откуда мы приехали, это что-то другое. Смотрите. А надо было тут прыгнуть. Короче, я уже не соберу, конечно же. Я даже не знаю, где те штуки-то еще находятся. Вот тут надо было прыгнуть тоже. Не знаю. Но это открыли, но я тут хочу все собрать. Секретные DVD, смотрите, сколько тут еще. Kickflip over the pipe. А через какую трубу? 5 коробок замочить. Так, и через трубу кикфлип. А через какую трубу? Я что-то не помню, ни хрена. Что за труба? Ну, сейчас эту хрень возьмем. Так. Кикфлип через трубу. Так, для начала давайте коробки поищем. Так. Так. Поехали сюда. Тут еще коробки были. Нет, тут. И клип через трубу. А какая труба-то? Может, она наверху? Черт ее знает. Кто мне туда поехал? Подожди. Для начала, а где еще коробки-то? О! Три. Одни там наверху должны быть у нас, а? Блин, не то. Я не знаю, время уходит. Так, DVD нашли. Блин. Так. Все время выходит. Так, ни коробок, ни этих хреней я больше не нашел. Не знаю, где же эта вся херня может быть-то? Ох, я даже не знаю. Например, вот тут вот сначала. Что за труба? Через какую трубу нужно кикфлип-то сделать? Не знаю. Ну-ка, это не коробка случайно? Эти коробка там, но ее нельзя разбить. Так, а где тут еще может что-то быть-то? Я даже и не знаю нифига. Конкретно торможу. Коробок я вообще больше не вижу. Абсолютно. Ну тут карта-то маленькая. Что тут видеть? Хм. Может, есть какая-то зона, куда можно запрыгнуть, и там будут и коробки, и вся остальная херня.
Наверное, есть какая-то секретная зона. Вот еще короткий. Блин, не попал. Ой, бля, я не знаю, вообще, хоть управление я себе настроил, но еще как игра вообще для меня так непривычна, как будто я, блядь, вообще никогда не играл. Еще одну коробку найти, а вот где она? Короче, я, наверное, время на это тратить не буду, а то я могу так полчаса ездить или больше. Я не хочу, чтобы много записывалось, чтобы видео получалось большое. Тогда, если я сам все коробки найду, я тогда потом покажу видео, где они все находились, потому что я очень хочу все собрать, но я боюсь, я их долго очень буду искать, и на это очень много времени уйдет. Понимаете, я не хочу записывать там по полчаса, как я одни коробки ищу, сами понимаете, это будет неинтересно. Так что я когда с этим уровнем закончу, тогда в следующем видео следующий уровень буду в школе играть.